Хоу-хоу-хоу, чуваки! Веселого Рождества и счастливого Нового Года! Это обзоры от Mobiway, и я Трэш, ой, бля, Дедушка Мороз. А принес я вам не три, а целых четыре подарочка. Первый – The Snowman and the Snow Dog. Дой – The Snowman and the Snow Dog. Второй – Doodle Jump Christmas Special. Третий подарочек – это Cut the Rope Holiday Gift. Ну а четвертый, детишки, это сюрприз. Так, вот вам новая Cut the Rope. Хотя кого я хочу надурить, то есть. Это, как всегда, та же Cut the Rope, но с новыми бонусными уровнями в праздничной атмосфере. Как и обычно, лягушонок по имени Ам-ням оказывается подброшенный в коробке. А почему же все от него избавляются? Потому что Ам-ням просто-таки поглощает конфеты. А почему, детишки, есть конфеты, это вредно? Нет, не из-за сахарного диабета и испорченных зубок, а из-за того, что многомиллиардные компании вырезают леса ради производства оберточной бумаги для конфет. А в лесах, между прочим, растет много елочек, а елочки – это праздник. Так что, не кушая конфеты, ты спасаешь Рождество. Ну и трэш, блядь. Что-то дедушку занесло. Так вот, в новой Cut the Rope Ам-няма нужно будет, как всегда, кормить конфетами. Но не обычным человеческим способом, а, как всегда, через гузно. Решая всякие там головоломки, обрезая нужные ниточки, телепортируя через рождественские сапоги и даже привязав леденцы к праздничному фейерверку. А кто мне скажет, детишки, что будет, если глотать леденцы вместе с фейерверком? Так, вот вам второй подарочек. Doodle Jump Christmas Special. Тоже праздничный вариант всем нам знакомой игры Doodle Jump, где мы бесконечно прыгаем вверх, пытаясь поставить мировой рекорд и еще раз самоутвердиться в деградирующем обществе. В игре почти нет ничего нового, кроме снега, пару рождественских монстров, дышащих ледяным паром пещер и стреляющих дымоходов. Если вам нравится оригинальный Doodle Jump, то нет способа лучше, чтобы обрести дух Рождества. Так говорят разработчики. А я скажу, детишки, что все это, как всегда, бесполезный рекламный звездеж. В отличие от действительно новогоднего подарка The Snowman and the Snow Dog. Сам Дедушка Мороз, пока к вам добирался, с радостью зашпилил The Snowman. Удивительно красивый и сказочный, назовем его флайер. Ну, раннером его не назовешь. Игра, сделанная по великолепному мультфильму «Снеговик и снегопес». В этом флайере вы будете управлять снеговиком и мальчиком, которые путешествуют по Соединенному Королевству к Северному полюсу. Вы сможете облететь Лондон, посмотреть на Тауэрский мост, Эдинбургский замок и шотландскую столицу. А еще, друзья мои, тут можно играть вместе с семьей и друзьями, которые будут помогать вам собирать снежинки, пока вы летите. А если у вас нет семьи и друзей, то Дедушка Мороз подарит вам мыло и веревочку. В игре великолепная музыка и шикарная стилизация. Да что там скрывать, она настолько хороша, что Дедушка Мороз официально признает The Snowman and the Snow Dog самой доброй и рождественской игрой на сегодняшний день. Ну и четвертый подарочек. Хоу,
Гоу-гоу-гоу! Mob.ua поздравляет вас и желает вам веселого Рождества и счастливого Нового года! Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки! Дедушка любит лайки и маленьких детишек! Дедушка особенно любит маленьких детишек!